Добрый вечер, друзья! Как вы, наверное, догадались, да. Ваши старые знакомые. Да. Вы не удивляйтесь, что мы в таких костюмах, мы просто на входе с Беркутом фоткались. Да, я Вован, это Жека Кучерявый. Я только сейчас понял, почему у тебя кличка Кучерявый. Извини, брат. Молчи, лысый. Ну и по традиции, по поводу происходящего в стране, наш политический гангста-рэп. Поехали! Все началось с того, что студентикам захотелось в ЕС. Но тут Азаров со своими 5 копейками влез. Вишо, там же легализовали однополые брики. Ребята, побейтесь Бога, поберегите срики. Какая Европа, как можно с геем дружить? Сказал и уехал в Австрию жить. Главный вещает, ша, ребята, если арбузов на грядке, наша капуста будет в полном порядке. Поверьте, Арбузов, он умный пацан. Подожди, я не понял, у нас банковая или баштан? Короче, люди стоят на морозе, власть на полном морозе, потихоньку людишек в лесок увозят. Сеня разозлился, сказал, я не пожалею селенки, или куля в лоб, или морда в зеленке. Тогда главный предложил Сене премьерство, боксера послал в гуманитарное место. Тут Олежка спросил, а шо тягни боку? Да подожди, не кричи, постой пока сбоку. И пока они теплые места елозили, Петя сладкий в обидку, алло, я шо зря стоял на бульдозере? Да вам это трудно сделать всегда. Тут все волнуются, спрашивают, как вы там? Я живой. Блин, вряд ли кто-то обрадуется новости такой. 5 лет обещали, но что-то не срослось. Хотели почуты кожного. Не удалось. А про страну что сказали? Украина наш стратегический партнер. Да, такое могли сморозить только вы, ну и еще один там боксер. Вы сказали, Обама американский урюк. Это такой политический трюк. Вы политик, да знаем мы вашу историю. Вы ж 2 раза были, как бы это помягче. На закрытой территории. Скажите, есть для вас что-то страшнее, чем новый срок? Ярош, поруби, тягни бок. Еще и Тимошенко вышла, хотя Сеня ждал ее не раньше июля. Пришлось кричать. Юля! Юля! Говорят, выпили водку с Путиным и с Алиной. За что выпили? За вторжение в Украину. А если бы вас после этого на родину вернули? Я поклонился бы каждому. Да вас бы и так нагнули. И опять бы свалили свои золотые батоны, зажав. Ну что ответите? Я никуда не бежу. Да? А как тогда вы в Ростове оказались вдруг? Здесь проживает мой старый друг. Я знаю одно место, у вас много друзей там. Да, я понял.